Всем привет! Продолжаем с вами делать нашу куколку. Сегодня мы с вами ее соберем, оформим и свяжем платьишко. Давайте начнем с пришивания ручек. Так, находим серединку, отступаем 2 ряда от шеи, прикладываем ручку, можете закрепить ее булавочками. Я уже несколько раз в других мастер-классах говорила, что я этого не делаю. Приложили, и дальше любым известным вам способом пришиваете. Я буду захватывать столбик на теле. И потом в ручку насквозь. Сделаю здесь стежок. И снова возвращаюсь, захватываю столбик на теле. Снова в ручку. И на теле. И вот таким образом пришиваем ее до конца. Вот я прошила ручку, видите? Затем иголочку проткнула, вернулась назад. Здесь закрепила ниточку узелочком. И сейчас ее спрячу вовнутрь тела. Вводим иголку и в любом месте выводим. Это мы сейчас уберем. И вот так вот это, выглядит. Таким образом пришейте вторую ручку. Вот я пришила обе ручки. Так это выглядит сейчас. Уже оживает куколка, да? Так, следующее, что мы с вами сделаем, это пришьем так называемые волосы для куклы. У меня вот такие яркие, рыжие. Захотелось мне солнечную девочку. Расправляем все складочки. Шов. Так, сейчас я ниточку здесь спрячу. Все. Швом, где мы с вами связывали или сшивали, мы располагаем назад. Так, вот шов. И как бы одеваем нашей принцессе шапочку. Ну, вот так. Делаем это где-то до глазок. Если вам не хочется до глазок, то можете немножечко сдвинуть назад. Вот так это выглядит. И теперь нужно это пришить. Так, разглаживаем все. Пришивать я буду обычной ниточкой.
У меня не нашлось под цвет волос. Посмотрю, как это будет такой ниткой. Но так как у меня все-таки плюшевая пряжа, думаю, что это все скроется. Начинаю с задней части. Так, я, наверное, спрячу ниточку вот в голову сюда. Оставлю краешек, кончик ниточки, чтобы потом зафиксировать. И обычными стежочками по краю буду пришивать. Сейчас сделаю первый стежок. Видите, волосы. Здесь захватываю на голове также. Стежки можно делать совершенно разные, но так, чтобы волосы потом не слетели. Вот, все, видите, у меня ниточка спряталась, то есть можно не переживать, не будет не видно. И далее вот так по кругу, по краешку, стежочками. Захватывайте, вот здесь есть столбики с накидом, между ними, видите, пусто. Поэтому при пришивании захватывайте обязательно, где вот такая петелька. Так, снова захватываю волосы и захватываю. Иголку взяла пластиковую. Наверное, зря. Вот, подтянули. Видите, ничего не видно. Здесь то же самое. Здесь, конечно же, я пришивала белой ниточкой. Тоже, как видите, ничего не видно. Итак, пришивайте по кругу и потом встречаемся. Все, прошила я по кругу, завязала там узелочек, спрятала вовнутрь игрушки, как обычно это делаем. Ну что, уже такая милаха получается. Так, сейчас нужно бы пришить кудряшки, но думаю, что сделаем это попозже. Вот я приготовила, берем две длинные кудряшки и одну покороче. И вместе их либо сшиваем. У меня плюшевые нитки. Я просто связала, видите, все кончики от ниточек связала. И получилось у меня вот хвостик такой. И потом мы будем, чтобы сейчас мы сделаем носик, а потом уже пришьем нашей девочке кудряшки. Так, давайте вышьем нос. Вышиваем нос той же самой ниточкой, которой вы вязали тело. Значит, у нас здесь мы между глазками оставляли 4 столбика. Носик будем делать где-то вот рядом с глазками. Смотрите. Вот так. Где-то на 2 столбика захватываем. Отступаем от одного глазика столбик, от второго глазика столбик. И посерединке, захватывая 2 столбика, мы будем вышивать. Где-то вот здесь. Так, вот 4, 1, 2, 3, 4. Значит, серединка у нас вот здесь выходит. Начну пока под глазками. Я делаю 2 ниточки, сделаю. Так.
краешки оставим пока. И вот вышиваем так до тех пор. Наполнитель опять вот за иголочкой вышел. И вышиваем до тех пор, пока не добьетесь нужного объема носа. Можете вышить, как вам удобно, своим другим каким-то способом. Я не специалист по куклам. Вообще, если честно, не собиралась вязать куклы. Просто вот чем-то меня зацепила маленькая куколка, и мне захотелось ее связать. Ну, уже, а потом... Почему, думаю, все вяжут именно такие куклы? Потому что я очень редко встречала, чтобы кукол вязали из плюшевой пряжи. И решила попробовать. И вот сегодня с вами осуществляю это. Итак, вышиваем самостоятельно носик до такого состояния, которое вас устроит. Ну что ж, вот такой носик большой я делать не стала. Вот такой он у меня получился. И вот смотрю я на нее и думаю, что, наверное, нужно сделать ей небольшую утяжечку. У маленькой куколки, конечно же, мы ничего не делаем. У нее черные маленькие глазки, и она очень хорошо смотрится. Но, глядя на эту куколку, я думаю, что... ей обязательно понадобится утяжечка для глаз. Давайте вместе попробуем сделать ей утяжечку. Так, делать я буду с задней части. Вот здесь в шею веду иглу. Видите? И начну вот с этого глаза. Так, здесь оставляем обязательно краешек ниточки. Сбоку глаза ввели. И вот здесь введу. Так, давайте попробуем сделать сразу утяжку обоих глаз. Может, получится. Хотя, по идее, нужно вывести иглу назад. Не знаю, даже замешкалась я. Давайте попробуем оба глаза. Получится, нет? Так, здесь выводим также иголочку сбоку от глаза. Так, смотрим, здесь. Вот ручку зацепили мы. И выведем вот здесь. Так же, как и здесь. И теперь выведем иголочку назад в шею, отступая один столбик. Ну, а теперь посмотрим, затянется у нас что-нибудь. Утяжка — это всегда лотерея. Смотрим. Так, один глаз подтягивается, и второй. Ну, как-то нет. Какая-то девочка получается. Утяжка, конечно, сделалась. Но даже не знаю. Так, давайте попробуем по-другому. Мы еще не завязывали ни узелков, ничего. Попробую я все это вытянуть. Вытянула.
И попробуем каждый глаз по отдельности и брать чуть-чуть побольше. Опять завожу в шею иглу. Так, выведу уже сбоку глаза. Так, не забываем про ниточку. И выведу вот с другого боку глаза. И возвращаюсь я назад в шею на один столбик. Вот так, наверное, будет лучше. Да, вот так будет лучше. Так что эксперимент с утяжкой обоих глаз сразу не удался. Но ничего, у нас сегодня во всем эксперимент. Эксперимент плюшевая кукла и эксперимент. Так, отступаем здесь. Можно вернуться вот сюда же, где вводили иглу, чтобы зацепить ниточку. Так, и не забываем, что мы брали уже с серединки глаза. Так. И вводим в серединку напротив, да? Угу. Так, и выводим. Извините, забываю. Очень такой процесс, когда не все сразу получается. Так, вывели сюда ниточку, опять же через столбик. И теперь попробуем утянуть. Так, тянем за обе ниточки. Так, где у нас последняя была ниточка? Ну вот как так получается. Ну, думаю, что лучше намного. Потом мы еще сделаем ей белочки, реснички, и все будет, думаю, намного красивей. Итак, утянули как нам нужно. И завязываем узелок. Не переживаем. Так, проверяем. А то вдруг утяжка у нас ушла. Нет, все хорошо. Поэтому можно завязать дальше. Все, ниточку обрезаем покороче. И прячем ее вовнутрь. Можно было, конечно, из передней части шеи сделать утяжку, но мне почему-то вот сзади захотелось. Так, все. Здесь немножко так иголочкой подтянем назад петельки. Вот такая девочка. Кажется, чуть-чуть ослабла. Так, ладно, продолжаем делать с вами дальше. Давайте вышьем белочки глаз.
Сейчас я возьму белую ниточку и будем вышивать. Так, но это мы делаем на плюшевой кукле, на простой куколке, на маленькой. Этого делать не нужно. Вводим иглу сбоку. Где-нибудь здесь выводим. Оставляем хвостик. Я взяла плюшевую ниточку. Можно взять тоненькую и сделать это тоненькой там полухлопковой ниточкой. Так, да куда нам сделать? Давайте, наверное, вот здесь я сделаю. И сразу перейду. Ко второму глазу. Вот, немножко повеселее глазки уже. Так. И также здесь вниз. И выводим иголочку сюда же, куда заводили. Так, коротковато. Игла. Так, ладно, пока здесь не хочет она у меня в ту сторону никак идти. Оп, чуть-чуть подтягиваем. Перетянула, крошится нитки. Можно эту подтянуть. Одинаково было. Ну, вот так. Сейчас я здесь не хотела она. Так. Вот, все. Ой-ой, уехали. Завязываем узелок. И прячем. Все. Вот так выглядит. Думаю, что брови я делать у нее, скорее всего, не буду, потому что волосы низко к глазам, близко расположены к глазам. Но давайте сделаем уже еще уж черным цветом имитацию ресничек. Раз уж мы взялись оформлять глаза. Также сбоку иглу вводим, чуть-чуть от глаза отступаем. Обычная полухлопковая ниточка вот сюда. Оп. Здесь, конечно, ушла, а здесь близко. Не пойдет. Эти столбики иногда так попадают, что одинаково не очень получается сделать, но нужно стараться. Вот так. Здесь тоже отступим столбик, вот, наверное, здесь получится, и выводим ниточку
сюда же. Ой, извините, задела камеру. Так, ну вот, сделали имитацию ресничек. Все, завязываем узелок. И прячем ниточки. Ну что ж, уже такая мордаха. Так назвала ее грубо. Ну, делается симпатичнее. Так, давайте кудряшки приделаем. Значит, соединяйте по 3 кудряшки. 2 длинные, 1 короткую. Либо сшивайте их между собой, либо вот как я, свяжите. Я сейчас и пришиваем их на том расстоянии, какое вам нравится. Значит, давайте на это посмотрим. Вот здесь где-то посерединке расположено, где, по идее, должно быть... Так, показываю, да? Ничего не показываю. Вот здесь серединка. И серединка на самих волосах. Соединили по 3 кудряшки, прошили и пришиваем уже нашей девочке. Вот так. Делаем это самостоятельно и потом встречаемся. Все, смотрите, приделала я ей кудряшки, ниточки все спрятали вовнутрь. Ничего не видно. Она мне уже нравится. Так, здесь завязываем бантики по желанию. Можно не завязывать, можно завязывать, но, наверное, с бантиками будет симпатичнее. Но не будем терять на это время, я их завяжу потом. И сейчас мы с вами перейдем к вязанию одежды для нашей девочки. Итак, будем вязать платьишко. И прежде чем начать вязать платье, хочу вам рассказать. Значит, вот эту девочку я вязала крючком номер 2. По рекомендации автора мы берем крючок больше для платьишка. Я взяла крючок номер 3. И вы знаете, платьишко вышло великоватое. Вот оно вот здесь очень большое ей, и поэтому мне пришлось сзади застежечку сделать ей подальше. Поэтому сегодня я не буду менять крючок, я попробую связать этим же крючком 3,5. Вы уже сами посмотрите для себя. Так, ладно, начинаем вязать платье. Я решила вязать комбинированное платье. Верх я свяжу вот таким бледно-желтым цветом, а низ я свяжу как туфельки. Итак, начинаем. Мы набираем цепочку из 30 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В общем, набирайте 30 воздушных петель. Набрали цепочку из 30 воздушных петель. И делаем одну петлю подъема. И во вторую петлю от крючка мы начинаем с вами провязывать 30 столбиков без накида. Думаю, здесь ничего сложного. Поэтому провязывайте этот ряд самостоятельно. 30 столбиков без накида. Провязали цепочку из 30 столбиков. Делаем в конце воздушную петлю
и мы будем вязать поворотными рядами. Разворачиваем вязание. И следующий ряд мы провязываем столбик. В первую петлю мы провязываем столбик без накида. Во вторую мы провязываем прибавку. Вяжем все столбиками пока без накида. И так чередуем. Провязываем столбик без накида. Провязываем прибавку. То есть 2 столбика в одну петлю. И так до конца ряда. Столбик. Прибавка. В конце ряда у вас должно получиться 45 столбиков. Провяжите самостоятельно. Провязали этот ряд. Дальше делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и провязываем этот ряд без изменений. 45 столбиков без накида. Провяжите этот ряд до конца самостоятельно. Провязали 45 столбиков. В конце ряда мы делаем с вами воздушную петлю, разворачиваем вязание и вяжем следующий ряд. Провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Дальше набираем 6 воздушных петель. Первую, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Дальше на нашем изделии пропускаем 10 петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. 10 отсчитали и в 11 провязываем столбик без накида. Провязали. Провязываем еще 12 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый. Делаем снова 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. Снова пропускаем 10 петель на изделии. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в 11 провязываем столбик без накида. Провязали. И довязываем ряд до конца. Первый столбик. Второй. Должно остаться 5 столбиков. Третий, четвертый и пятый. Провязали. Дальше мы с вами делаем 2 воздушные петли подъема. Первая, вторая. Разворачиваем вязание. Видите, у нас это мы сформировали рукава. И провязываем 37 столбиков. В предыдущем ряду у нас должно было получиться 37 столбиков. И теперь мы провязываем 37 столбиков с накидом. Будьте внимательны. Делаем накид. И провязываем столбик с накидом. 37 столбиков с накидом. Все, довяжите этот ряд до конца. 37 столбиков должно получиться с накидом.
Вот дошли мы до рукава, и рукав мы провязываем в воздушные петли. То же самое мы провязываем столбики с накидом, только в эти воздушные петли. Должно у вас здесь получиться 6 столбиков с накидом, так как мы делали 6 воздушных петель. И где второй рукав, мы делаем то же самое. Довязали этот ряд, делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и дальше провязываем ряд столбиков без накида за переднюю стенку петли. Весь ряд 37 столбиков без накида за переднюю стенку петли. Так довяжите этот ряд до конца самостоятельно. Делаем воздушную петлю. Разворачиваем вязание. И следующий ряд мы начинаем провязывать с прибавки. Мы провязываем прибавку в первую петлю. Далее мы провязываем 35 столбиков без накида. И в конце ряда, в последнюю петлю, 37-ю, мы провязываем тоже прибавку. Так, провязываем пока 35 столбиков без накида. Провязали, вот в конце ряда остается одна петля, и мы в нее провязываем прибавку. 2 столбика в одну петлю. Далее делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и провязываем 39 столбиков без накида. Провяжите этот ряд самостоятельно. Провязали этот ряд, я перехожу на другой цвет. И делаем снова воздушную петлю. И провязываем снова 39 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый. И так до конца. Довяжите этот ряд самостоятельно. Довязали, делаем 2 воздушные петли. Разворачиваем вязание. И провязываем. Будем вязать уже столбиками с накидом. Поэтому провязываем прибавку столбиками с накидом. То есть 2 столбика с накидом в одну петлю. И провязываем во вторую петлю просто 1 столбик с накидом. И так мы будем чередовать на протяжении всего ряда. Провязываем прибавку из столбиков с накидом, то есть 2 столбика с накидом в одну петлю, и в следующую петлю мы провязываем 1 столбик с накидом, 2 столбика с накидом в одну петлю, один столбик с накидом в одну петлю. Чередуйте так до конца ряда, и в конце ряда встречаемся. Делаем 2 воздушные петли. В этом ряду у вас должно было получиться 78 столбиков с накидом. И следующие 2 ряда мы провязываем без изменения по 78 столбиков с накидом. Не забываем в конце ряда сделать 2 воздушные петли. Итак, провяжите 2 ряда столбиков с накидом без изменений. И в конце первого ряда делаем 2 воздушные петли подъема.
Провязали два ряда. Вот что у нас уже получается с вами. Делаем 2 воздушные петли. Разворачиваем вязание. И дальше провязываем, продолжаем вязать столбиками с накидом. Дальше провязываем 2 столбика с накидом. Первый столбик, второй столбик с накидом. И в третью петлю мы провязываем прибавку из столбиков с накидом. То есть 2 столбика с накидом в одну петлю. И так чередуем до конца ряда. Провязываем 2 столбика с накидом и провязываем прибавку из столбиков с накидом. И так до конца ряда. Провязали, вот, уже похоже на платьишко. Дальше разворачиваем вязание, делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. На изделии отсчитываем 1, 2, 3, пропускаем, и в 4-ю петлю мы провязываем столбик без накида. Провязали столбик без накида. Делаем снова 4 воздушные петли. 3, 4. Отсчитываем 3 петли. 1, 2, 3. И в 4-ю провязываем столбик без накида. Снова делаем 4 воздушные петли. 3, 4. Отсчитываем 3 петли, 1, 2, 3, и в 4-ю провязываем столбик без накида. И так нужно повторить до конца ряда. Вот такие арочки получаются. Довязали ряд до конца. Разворачиваем наше вязание. И дальше мы провязываем с вами столбики с накидом. 6 столбиков с накидом под арку. Не в петлю вяжем, а под арку. Делаем накид и провязываем столбик с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, 5-й и 6-й. Провязали 6 столбиков. Вот здесь между арочками у нас идет с вами столбик без накида. В него мы провязываем соединительный столбик. Соединительный. То есть вытянули петлю и протянули через петельку. Все. Дальше. Мы снова в арку провязываем 6 столбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, 5-й, 6-й. Между арками находим столбик без накида и провязываем в него соединительный столбик. И так нужно обвязать все платьишко до конца. То есть под каждую арочку мы вяжем 6 столбиков с накидом. Между арками в столбик без накида мы провязываем соединительный столбик. Довяжите этот ряд до конца самостоятельно. Провязали все вот. Так получается. Вот такие рюшечки. Дальше что мы делаем? Дальше у автора идет просто обвязка вот этих мест. То есть края платья нужно обвязать столбиками без накида. И все. И дальше только его украшать. Но я у маленькой девочки, у куколки,
юбочку соединила, оставила только верх. Ну, вы смотрите на свое усмотрение. Я провяжу, соединю юбочку вместе, потому что не хочу, чтобы она разлеталась. Соединять я буду вот как раз по этому цвету. А дальше вот здесь просто обвяжу столбиками без накида. Здесь я провяжу соединительные столбики. То есть находите петельку и здесь. И соединяю. В общем, смотрите сами, если будете, то соединяйте юбочку. Соединила юбочку, провязала соединительные столбики. И теперь сейчас я буду обвязывать вот эти места столбиками без накидов. Итак, где идут столбики с накидами, вы провязываете 2 столбика без накида. Где идет ряд со столбиками без накидов, вы провязываете 1 столбик без накида. Провяжите это все самостоятельно, потому что я хочу еще украсить горловину этим же цветом, как и юбочка. И потом встретимся. Вот так у меня получилось. Я обвязала соединительными столбиками горловину и обвязала сзади вырез. Это я потом уберу ниточки. Так, что хочу сказать. Мне кажется, платьишко получилось немножко маленькое. И, наверное, если вы вязали куколку крючком 3,5, то все-таки стоит взять четверочку. Плюшевая нитка толще, и платье из нее получается более тугое, так скажем. Но потом, когда примерю, тогда уже точно вам скажу, что нужно сделать еще. Можно оставить так, а можно обвязать рукава и сделать вот такие крылышки. Здесь я обвязывала просто столбик с накидом, 2 столбика с накидом. Можно сделать такие же вот арочки, как делали внизу. Здесь, как вы помните, мы с вами оставляли 10 петель. Давайте я попробую сейчас обделать один рукав и тогда скажу вам. Хотела я обвязать рукав так же, как снизу, но подумала, что это будет очень громоздко выглядеть. В итоге я оставила просто вот такие 2 арочки. Расскажу, как присоединила ниточку, то есть вытянула сюда петельку, сделала 5 воздушных петель. Здесь 4 пропустила и в пятую провязала столбик без накида. Набрала 5 воздушных петель, провязала столбик без накида и сюда провязала соединительный столбик. Все, я оставлю так. Вы уже на свое усмотрение обвяжите рукав и украсьте платье. Значит, украшаем либо бантиком, либо ленточками, бусинками, всем чем угодно. То есть, как вам нравится, так и украсьте платьишко. Ленточку, если будете вставлять, то она проходит, вот у нас здесь идет ряд столбиков без накида, и здесь столбики без накида, а между ними идет ряд столбиков с накидами. И вот между ними мы вставляем ленточку. Я вставляла через 2 столбика, то есть 2 столбика сверху и 2 столбика снизу. Украшайте платьишко на свое усмотрение. И будем с вами уже потом встречаться. Ну что ж, мои дорогие,
Вот и доделали мы куколку. Платьишко я украсила ленточкой, как и говорила. Здесь цветочками. Не стала бусинки делать все-таки. Платьишко, как видите, подошло, но одевать его совершенно непросто. Поэтому, если вы хотите, чтобы платье легко снималось, то тогда сзади не провязывайте юбочку, оставляйте ее, чтобы она снималась, ну, как халатик. Назовем это так. Здесь я сделала пуговичку. Здесь просто для красоты бантик. Так, переходим к личику. Большая кукла, вся не помещается. Я приделала ей реснички, затонировала щечки и задела камеру. И сделала ей все-таки ротик, потому что, ну, у маленькой куклы она как-то еще смотрится без ротика, то здесь захотелось, чтобы маленький вот такой, но был. Вот так. Здесь завязала бантики ей. И вот такая красота получилась. Можно было, конечно, еще, чтобы было полноценный человек ушки сделать, но уже не будем. Так, вот положу вот так, чтобы вы видели ее в полный рост. Сейчас секунду возьму сантиметр, и мы померяем ее. Итак, измеряем нашу девочку. И получилась она, если смотреть до макушки, ну, примерно 40 сантиметров. Вот такая девочка. Так, и обещала я вам маленькую померить. Давайте с маленькой-то. А маленькая у нас 21 сантиметр. Чуть-чуть я ошиблась, когда сказала сантиметров 25. 21. И вот такая красота. 40 сантиметров. Что хочу сказать экспериментам, проведенным мной по вязанию плюшевой куклы. Я довольна. Мне все нравится. Так что дерзайте, вяжите, если вам понравилось. Создавайте красоту. Всем спасибо, кто вязал вместе со мной. У меня есть еще одна задумка. Наверное, она, может быть, не всем понравится. Потому что все любят мишек, зайчиков. Сейчас я вам покажу, чтобы заинтриговать. Показываю вам. Вот кто-то это будет. Но это мы узнаем уже в следующем мастер-классе. Это не мишка, это не зайка. Это животное, которое многие недолюбливают. Всем пока-пока. Всем ровных петелек. И до новых встреч!